А в Уральске задержали мошенника, он обещал трудоустроить водителей. Войдя в доверие, мошенник забирал у людей деньги, а после отключал телефон и не выходил на связь. Таким образом, в течение всего лишь месяца 36-летний мужчина смог обмануть 35 человек, заработав на этом несколько миллионов тенге. Полицейские сейчас ищут и других пострадавших от рук афериста. А в этот раз, думаю, у меня этот выпал, как его... Фортуна открылась мне, эта дорога. Он говорит, вот, 14 дней работы, 14 дней. Давай, говорит, твоим напарником будем. Ты неделю работаешь, это одно, полмесяца работаешь, полмесяца я, говорит, в одной машине напарником. Сейчас подозреваемый Талблимов Арман взят под арест сроком на 2 месяца. Схема действий была такова. Через знакомых он передавал по цепочке, что имеет возможность устроить на работу в компанию «Шлюмберже». Для этого нужно заплатить 120 или 240 тысяч тенге. Задержанный был ранее судим за мошенничество. Вышел на свободу год назад.